Начинаем наш репортаж. Да, сейчас поедем, короче, буду вон провод кидать к этому, к счетчику, к автоматам. Все, короче, сделаем. Этот электрик вчера офигел, загнул 2 косаря, короче, за это, за всю установку. Я сказал, денег ты не получишь, ни копейки просто, короче. Не хочу ничего ему давать, сам сделаю. Он залезет на столб и подключит. Сейчас будем включать. Контакты, то есть тут где-то надо сантиметр оголить провод и подключить его к трансформатору уже, ну к этому не трансформатору, а к этому счетчику. Вот эта фаза синяя будет, ноль черный. Сечение толстое, ну, специально для этих вещей как бы провод. Ну так, я думаю, достаточно будет. Сейчас проверим. Так, надо откручивать. Все делаем. Вот так. О, как раз заходит. То, что надо. И второй также оголить и подтянуть туда. Вот в коробке специальные дырки засверлил. Сейчас продену через них и подключу к счетчику. Счетчик. Сюда фаза. Разрешите переодеть. Вот, подключил фазу. Болты надо протягивать очень крепко, прям очень хорошо. Но главное тоже не сорвать их. То есть фаза, выход фазы второй 0, третий выход 0, то есть будет. Вот я сейчас 0 втыкаю в третье окно. Сейчас откручу, ослаблю вот тут. Раз под этот счетчик максимально провода, которые возможно. Надо еще откручивать. И протягиваю также. Сначала более который центральный болт идет. И периферию. Протягиваю сильно, чтобы ничего нигде не грелось, что очень опасно, может загореться это дело. Все специально по 2 болта сделано, ну, то есть мощно, чтобы все очень хорошо протянуть. Вот, то есть счетчик получается я подключил, надо сразу вывести 2 провода, у меня уже заготовлены. Вот первый провод. Специально еще электрик сказал такие делать крючки, то есть чтобы площадь соприкосновения с контактом была больше на обоих концах. Один, это, например, сюда, другой на автомат уже будет. Где у меня второй был? Вот этот. Блин. Вот второй. Ну, желтая у меня будет фаза, белый ноль. Сейчас подключаю их. Лучше сразу тоже собрать, а потом уже отвести. Сейчас посмотрим, как будет затягиваться. Вставлять надо максимально глубоко. Насколько возможно. И крепко, чтобы все было прям плотно притянуто. Чтобы ничего нигде не грелось, главное. Так, у меня автомат 2-фазный. То есть в одну будет входить фаза, в другую 0. И выходить фаза 0. То есть вот это будут выходы уже вот на розетку.
сейчас подключаю нолик. Так. Посмотрим, какой. Так. Так вот он идет, наверное. Не, лучше покороче. И закрепляем. Ух ты, он даже глубже туда заходит. Надо, наверное, этот. А, я неправильно засунул. Во, ошибка. Надо еще проверять, чтобы все везде правильно было вставлено. Только ротнуть, как нифиг делать. Вот сюда вот именно надо. Вот. Вот так вот правильно будет. Подсоединяю. И держать, чтобы это все до конца было притянуто. Мотор. Вот, вот так вот закрепляется счетчик. Сейчас я вспомню. Где я там отламывал? Да, все правильно. Вот так вот. То есть должно все влезть. Сейчас подключать буду автоматы. То есть автоматы тоже есть вверх-вниз. Вот это вход будет, здесь выход. Так, сначала входа. Вот фаза. Будет фиксироваться здесь. То есть тоже максимально глубоко. Как учил электрик. И затягиваем, протягиваем все заебательски. Но главное тоже не сорвать. Автоматы, кстати, очень хорошие, Legrand. Если не Россия, производитель, тут Польша. Электрик сказал, что ну самые такие прям топовые. Можно сказать. Так. Оголенный провод маленько будет. Наверное, лучше его подрезать. Или оставить. Блин, ничего страшного. Главное в зажим попасть нормально. Махнуться. Тоже закрепляем очень крепко. Прям хорошо закрепить. Так, теперь я их вывожу наверх. Вот как-то так будет. Все, креплю в автоматы. То есть вот у меня включение. Так, провода вот спереди только должны быть? Да нет, наверное. Надо было их за этой панелью пустить. Да, надо было сзади пустить. Наверное, потому что не получится закрыть даже. Тут специально такая штучка, которая помогает снимать. Так, наверное, их сразу выведу туда. Так будет лучше. Ну и вот теперь на гусак креплю вот такими зажимами анкерными. Для СИП как раз, ну для вот этого провода. Это провод СИП-4. То есть вот такая штука там есть. Вот этим я креплю проволокой. Креплю за гусак. Блин. Вот, креплю за гусак вот этой штукой. То есть она вот так крепится. И сюда вот вставляются. А здесь проходят два провода. Раз, два. То есть она вообще для четырех типа. Ну, здесь два пущу. Сейчас вот полезу, прикреплю там на самом, ну, как можно выше ее, чтобы повыше был провод, если что, машина будет заезжать, мало ли. Ну, вообще по безопасности. Так. Еще я похуярил. Вроде ничего больше не надо. Сейчас подниму провод. То есть получается... Громче. Отсюда он будет здесь крепиться. И все. Сейчас зажим сначала креплю. Произошла маленькая фигня, я уронил прям с гусака, короче, этот зажим анкерный соседям. Перелезть только под забор. Ой! Блин, спасибо соседям, что они так сделали ямку так.
Ну все, вот такая стяжка получается. Все, это натягивается туда уже. Вот получается этот зажим я прикрепил к гусаку. Вот так вот. Зажал его там. И провода в нем пустил. И зафиксировал их вот этой пластмасской. Она с такими иголочками фиксирует, получается, провод. И все, провод будет кинут до того столба. Вот так вот убрались на участке. Но осталось еще мешков 150, которые тоже надо вывезти. То есть получается только четвертым КАМАЗом. Вот так вот. Ништяк. Че? Думаешь, хватит? Ну да, конечно. Ты че, конечно, хватит. Фу. Как все непросто вообще делать. Ну вот все, провод зацепил, там все подключился. Осталось, чтобы только электрик кинул его на столб. Сейчас буду звонить ему, узнавать, когда он что сможет. Прямо сейчас? Так что вот все, подписывайтесь на канал, дальше будут еще серии про все эти кирпичи, про парники, про еще про стройку. Что будет еще много чего интересного. Угу. Дай мне руку. Ну вот, все подключил. Все работает. Счетчик мотает потихоньку. Вот. Сейчас покажу, как провода натянули. Вот он, провод. Отлично натянулся. Хватило прям в аккурат 30 метров.